Сколько на сегодняшний момент сделано у вас девочек? Сейчас 8 получили уже. Всех прививок, которые? ППЧ, АДЦ, все, какие прививки имеете здесь в школе, мы здесь делаем, в своем кабинете. Делается внутримышечно здесь, подкожно. Угу. Делаем. 3 дня, 7 дней мы наблюдаем. Нет. Симптом ничего нет, у них все хорошо проходит сейчас. Почему соглашается? Вы знаете, есть знакомые, которые у кого заболели в возрасте таком. И они говорят, нет, мы сейчас лучше сразу сделаем. То есть это все-таки, вы понимаете, на личном примере быстрее это доходит. И они говорят, мы уже знаем, что уже у нас там у знакомых в Москве, не здесь. В Москве там у знакомых, дочь заболела, и мы переживаем. Оказывается, там в России давно делают прививки, они говорят, а мы только начали. А отказ основной – это боязнь никаких последствий. Еще раз встречаемся с теми, кто дал отказ. Мы еще раз просто приводим пример, даем информацию и говорим, пожалуйста, задумайтесь. Сейчас им 11 лет, а когда будет 40 лет, вас, может, многих и не будет. И если ребенок, ваша дочь, кто-то заболеет в то время, вы же будете думать, почему я 30 лет назад не сделала эту прививку.